Первый танец, который мы бы хотели вам показать, это танец Савардынг. Почему мы хотим показать танец Савардынг? 1810 год. Страхов приезжает в Калмыкию, выходит его рукопись «Нынешнее состояние астраханских калмыков». Там он пишет: у калмыков есть только один танец. Называется он Савардын. И калмыки пляшут не ногами, сколько руками. Выделывают из них разные фигуры. Гнутся вправо, влево, назад и вперед. Это говорит о том, что танец Савардынг – это истинный калмыцкий танец. Танец Савардынг – это чистый танец, без всяких примесей, без влияния, даже без влияния других народов. И поэтому для вас танец Савардынг.